أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. В прошлой пятничной проповеди я рассказывал о хазрате Саади бин Муази, и сегодня я продолжу свой рассказ о нем. О преданности сподвижников в битве при Бадре обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: «Естественно, что влюбленный не желает того, чтобы его возлюбленный оказался в каком-то бедствии или трудности. Он не желает, чтобы его возлюбленный воевал. Сподвижники тоже не желали, чтобы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воевал. Они испытывали в отношении него такие чувства, которые испытывает каждый человек к своему возлюбленному. Из исторических книг нам известно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находясь уже рядом с местностью Бадр, откровенно рассказал своему отряду, что им предстоит встретиться в бою не с караваном, а со всей мекканской армией. Он также попросил совета у своих сподвижников. Сподвижники, вставая со своих мест один за другим, уверили пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в своей преданности и усердии, а также в решимости биться с мекканским врагом, который был готов напасть на мединских мусульман в их домах. Всякий раз, когда пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, выслушивал мусульманина из Мекки, он просил больше советов и больше предложений. Мединские мусульмане хранили молчание. Агрессоры пришли из Мекки, и они состояли в кровной связи со многими из тех мусульман, которые покинули Мекку ради Медины и находились теперь в отряде пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Мединские мусульмане опасались, что их решимость сразиться с мекканским неприятелем может задеть кровные чувства их мекканских братьев. Однако, когда пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, стал настоятельно просить все новых и новых советов, один из мединских мусульман по имени Саад бин Муаз поднялся со своего места и сказал: «Ты все получаешь советы, в которых нуждаешься, но просишь все новых и новых. Быть может, ты хочешь услышать их и от нас, мединских мусульман? Верно ли это?» «Да», — сказал пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. «Ты спрашиваешь у нас совета,
потому что думаешь, что мы согласились сражаться на твоей стороне только в том случае, когда на тебя и твоих земляков из Мекки нападут в Медине. Но теперь мы находимся вне Медины, и ты предполагаешь, что наше соглашение не покрывает условий, в которых мы теперь оказались. Но, о пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывай с ним, когда мы заключали соглашение, мы еще не знали тебя так хорошо, как знаем ныне. И теперь нам известно, насколько высока степень твоей духовности. Неважно, на что мы соглашались ранее, отныне мы стоим на твоей стороне и сделаем все, что ты потребуешь от нас. Если нам надлежит сражаться, мы будем сражаться, если это необходимо. Слева, справа, впереди или позади тебя. Правда, что враг намеревается достичь тебя. Но мы уверяем тебя, что он не сделает этого ранее, чем переступит через наши павшие тела. О пророк Аллаха, ты зовешь нас сражаться. Мы готовы на большее. Недалеко от нас море. Если ты прикажешь нам броситься в него, мы без колебания сделаем это. اب اس معاہدے کی ہماری نظروں میں کچھ بھی حقیقت نہیں یعنی جو بیت اقبا کے متعلق وقت معاہدہ ہوا تھا وہ تو ایک عام معاہدہ تھا دنیاوی لحاظ سے اب جو ہم نے دیکھا ہے اور ہماری روحانیت کی جو آنکھیں کھلی ہیں اس کے بعد تو اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں اس لیے آپ جہاں چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں تو ہم کود جائیں گے اور ہم میں سے ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ہماری لاشوں کو رونتا ہوا نہ گزرے Хазрат Обетованный Реформатор, комментируя аят из суры Раат, для него ангелы-хранители, следующие перед ним и позади него, которые охраняют его по повелению Аллаха. Он написал следующее. «Вся эпоха пророчества посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, свидетельствует о том, что его сопровождали ангелы-хранители, как спереди, так и сзади». Одним словом, ангелы хранили его и в Мекке, иначе он не смог бы спастись от своих преследователей. В Медине его охраняли как небесные, так и земные ангелы в лице его сподвижников. Самым лучшим примером этого является битва при Бадре. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, он заключил договор с жителями Медины относительно того, что они должны защищать его, если он находится в Медине. Однако они не были обязаны принимать участие в войне, если война будет вестись вне границ Медины. Еще до наступления битвы при Бадре, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попросил совет у своих сподвижников. Со своих мест один за другим поднялись мухаджиры. Они выразили свою готовность пожертвовать своей жизнью ради посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, настоятельно просил все новых и новых советов.
И тогда со своего места поднялся Хазрат Саад бин Муаз. Он сказал: «Ты спрашиваешь у нас совета, потому что думаешь, что мы согласились сражаться на твоей стороне только в том случае, когда на тебя и твоих земляков из Мекки нападут в Медине. Но теперь мы находимся вне Медины, и ты предполагаешь, что наше соглашение не покрывает условий, в которых мы теперь оказались. Но, о пророк Аллаха, когда мы заключали соглашение, мы еще не знали тебя так хорошо, как знаем сейчас. И нам известно теперь, насколько высока степень твоей духовности. Неважно, на что мы соглашались ранее, отныне мы стоим на твоей стороне и сделаем все, что ты потребуешь от нас. Мы не станем подражать тем последователям Моисея, мир ему, которые говорили: «Иди против своего врага один со своим Богом. Мы останемся позади тебя. Если нам надлежит сражаться, мы будем сражаться, если это необходимо. Слева, справа, впереди и позади тебя. Правда, что враг намеревается достичь тебя, но мы уверяем тебя, что он не сделает его ранее, чем переступит через наши павшие тела». Хазрат Абитаванный Реформатор сказал: «Под ангелами-хранителями, которые находились как спереди, так и сзади от него, имеются в виду его сподвижники. Один из его сподвижников часто говорил: „Я вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принимал участие в 13 битвах, однако в моем сердце снова и снова возникает сожаление, ведь как было бы хорошо, если бы я произнес эти слова вместо Саада бин Муаза“». Повествуя об искренности Хазрата Саада бин Муаза, Мирза Башир Ахмад в своей книге «Сират Хатама Набиин. Жизнеописание печати пророков» написал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находясь на поле битвы при Бадре, повелел своим войскам занять позицию в одном месте. К нему подошел Хазрат Хабаб бин Манзар и спросил его: „О посланник Аллаха, кто повелел тебе выбрать это место? Всевышний Аллах или ты выбрал это место на свое усмотрение?“ Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: „Это не повеление Всевышнего Аллаха. Если у тебя есть дельное предложение, ты можешь его высказать“. Хазрат Хабаб сказал: „О посланник Аллаха, эта позиция не лучшая для боевых действий. Будет лучше продвинуться вперед и захватить под свой контроль родники, которые находятся недалеко от войска курайшитов“. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, так и поступил. Из священного Корана мы знаем, что воды из этих родников было недостаточно, и мусульмане испытывали нехватку воды. Более того, почва, на которой располагались их позиции, была сплошным песком, непригодным для маневрирования сражающихся. После того, как мусульмане заняли позиции у источника воды, Саад бин Муаз предложил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, построить для него командный пункт на случай всяких непредвиденных обстоятельств и возможного поражения. Он сказал: «О посланник Аллаха, не построит ли нам для тебя навес, где ты будешь находиться? Мы приготовим для тебя твоих верховых верблюдов, а потом встретим врага. И если Аллах поможет нам победить, то случится то, чего мы желаем. Если же произойдет нечто иное, ты воспользуешься своими верблюдами и вернешься к нашим соплеменникам, ибо за тобой остались люди, которые любят тебя не меньше, чем мы. Если бы они знали, что тебе придется сражаться, то они не отстали бы от тебя“». Вот такой была искренность Хазрата Саада бин Муаза.
Что касается возможности побега посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с поля битвы, то, напротив, он всегда находился на переднем фланге битвы. К примеру, в битве при Хунайне, когда 12-тысячное войско мусульман отступило, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не сдвинулся со своего места. В его палатке в эту ночь оставался только он сам и Хазрат Абу Бакр. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всю ночь молился. Он не спал, в то время как другие спали по очереди. В битве при Ухуде в ночь на пятницу двери посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возле мечети пророка охраняли три сподвижника – Саад бин Муаз, Усейд бин Хузейр и Саад бин Абада, да будет доволен ими Аллах. В битве при Ухуде, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ехал верхом на лошади, держа в руках лук и копье, впереди него шли Хазрат Саад бин Муаз и Хазрат Саад бин Абада, да будет доволен ими Аллах. Оба они были в доспехах. Об этом Хазрат Мирза Башир Ахмад написал. Большая группа сподвижников направилась на битву после совершения коллективного намаза. Впереди лошади посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, шли Саад бин Муаз, вождь племени Аус, и Саад бин Абада, вождь племени Хазрадж. Все остальные сподвижники находились сзади, слева и справа от него. После возвращения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с битвы при Ухуде, он вошел в свой дом, опираясь на Саада бин Муаза и Саада бин Абада. О любви матери Хазрата бин Муаза к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Абитаванный Реформатор написал: «После возвращения с битвы при Ухуде, Хазрат Саад бин Абада вошел в Медину, держа в руке поводья лошади посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В этой битве был убит его брат. Хазрат Саад уже издалека увидел свою мать, которая шла им навстречу. Хазрат Саад, указав в сторону своей матери, сказал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Это моя мать». В то время ей было уже 82 года, и ее зрение было уже слабым. Она едва могла отличить тень от солнца. Она слышала, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, упаси Аллах, был убит на поле битвы, и по этой причине она вышла встретить возвращающихся с поля битвы. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел ее, он приказал Сааду остановить его лошадь. Приблизившись к ним, она не спросила о своем сыне, она спросила: «Где посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» Хазрат Саад ответил: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стоит перед вами». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выразил ей соболезнования по поводу ее погибшего в этой битве сына. Обычно, услышав такие вести, пожилые родители теряют сознание. Однако она ответила: «Я беспокоюсь только о тебе».
اس کی کمزور نگاہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پھیل کر رہ گئیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بی بی مجھے افسوس ہے تمہارا جوان بیٹا اس جنگ میں شہید ہو گیا ہے. بڑھاپے میں کچھ ایسی خبر سنتا ہے تو اس کے آسان خطا ہو جاتے ہیں, لیکن اس بڑھیا نے کیسا محبت بھرا جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, مجھے تو آپ کی خیریت کا فکر تھی. Повествуя об этом событии, Хазрат Обетованный Реформатор, обращаясь к ахмадийским женщинам, сказал: «Это были такие женщины, которые проповедовали плечом к плечу вместе с мужчинами. Исламский мир пребывает в гордости, видя их жертвы. Вы, ахмадийские женщины, тоже уверовали в обетованного Мессию, мир ему, который является отражением пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Теперь и вы стали похожи на сподвижниц. Можете ли вы сказать, что обладаете такой же верой, как эта сподвижница? Однако, если вы станете размышлять об этом, вы поймете, что находитесь далеко позади от нее. Разве ваши дети благородны так же, как дети этой сподвижницы? Сподвижники принесли такие жертвы, которые никто после них не приносил. Всевышнему Аллаху нравились их жертвы, и поэтому Он даровал им успех. В течение нескольких лет они сделали то, чего не смогли сделать другие женщины в течение веков. Однако халиф времени и я постоянно призывали мужчин показывать такие примеры. Только в этом случае мы можем выполнить свое притязание на то, что будем распространять ислам по всему миру, и что все люди встанут под знамя ислама. Мы можем сделать это только в том случае, если наши действия будут подобны действиям сподвижников пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывай с ним. Далее Хазрат Обетованный Реформатор сказал: «Христианский мир очень гордится храбростью Марии Магдалены, которая, находясь среди врагов, рано утром посетила могилу Иисуса, мир ему. Однако я хочу сказать, посмотрите на действия любящих моего возлюбленного, мир и благословение Аллаха, да пребывай с ним. Сейчас я приведу пример их преданности посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда Хазрат Саад бин Муаз вошел в Медину, после возвращения с битвы при Ухуде, люди вышли, чтобы встретить их. Он с гордостью вошел в Медину, держа в руке поводья лошади посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Его поведение при этом как бы говорило: «Посмотрите, мы привезли посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в целости и сохранности». Их встречала мать Хазрата Саада, у которой было плохое зрение. Хазрат Саад бин Муаз, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это моя мать». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пусть она с благословения Аллаха подойдет к нам». Когда ей об этом сказали, она стала искать посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В итоге она узнала его и очень обрадовалась. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к ней, сказал: «Я очень соболезную по поводу смерти вашего сына». Она ответила: «Когда я увидела тебя живым и здоровым, я будто пожарила и проглотила все свои печали».
Хазур поясняет, это арабский фразеологизм, который выражает очень сильные и глубокие чувства. Обычно печаль съедает человека. شکل نظر آ جائے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ پہچان لیا اور خوش ہو گئی. Эта пожилая женщина смело сказала посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, если ты жив и здоров, то я уже проглотила печаль смерти своего сына. Эта печаль не смогла съесть меня. Напротив, мне придает силы то, что мой сын пожертвовал свою жизнь ради тебя. О, ансары! Пусть моя жизнь станет жертвой ради вас. Вы обрели множество наград Всевышнего Аллаха. Каб бин Ашраф постоянно строил козни против ислама. И однажды он составил и пытался реализовать план убийства посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел к решению вынести ему смертный приговор. Перед вынесением этого решения посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, советовался с хазратом Саадом бин Муазом. О подробностях смерти Кааба бин Ашрафа я уже рассказывал в своих предыдущих проповедях. Здесь я остановлюсь только на тех событиях, которые были связаны с хазратом Саадом бин Муазом. Некоторая информация об этом была взята мной из книги Сират Хатама Набиин «Жизнеописание печати пророков». После переселения в Медину посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заключил договор с иудеями. В заключении этого договора принимал участие и Кааб бин Ашраф. Однако в глубине души и в сердце Кааба горел огонь злобы и вражды, и он начал выступать против ислама и основателя ислама посредством тайных планов и заговоров. Также отмечается, что ежегодно Кааб жертвовал большие суммы иудейским ученым и религиозным лидерам в качестве благотворительности. Однако после переселения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда эти люди пришли, чтобы получить свои ежегодные пособия, в ходе обсуждения он начал упоминать о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и спрашивал их мнение о нем в свете религиозных писаний. Они отвечали: «Похоже, что он тот самый пророк, приход которого был обещан». Кааб был очень недовольным этим ответом и отослал их, не оказав им своей обычной благотворительности. Когда иудейские ученые потеряли свой хлеб с маслом, спустя какое-то время они вернулись к Каабу и сказали ему, что они неправильно истолковали знаки и что задумались над тем, что в действительности Мухаммад не был пророком, приход которого был им обещан. Этот ответ и был целью Кааба, и он был удовлетворен их ответом.
После этого он восстановил свою ежегодную помощь им. Как бы то ни было, это была всего лишь религиозная позиция, которая, хотя и была выражена неприятным образом, не могла быть неприемлемой вообще. Но Кааб преследовал не только эту цель. И после этого оппозиция Кааба приняла более опасную форму, и в конечном итоге, после битвы при Бадре, он начал применять такую практику, которая была крайне дерзкой и крамольной, и она создала очень опасные обстоятельства для мусульман. На самом деле, до битвы при Бадре Кааб считал, что это религиозное рвение мусульман было временным, и что постепенно все эти люди разойдутся сами и вернутся к религии своих предков. Однако после битвы при Бадре, когда мусульманам была дарована необыкновенная победа, а большинство вождей курайшитов были убиты, он понял, что эта новая религия не умрет сама по себе. И после битвы при Бадре он решил приложить все усилия, чтобы отменить и уничтожить ислам. Первое проявление его ревности и злобы в сердце произошло тогда, когда известие о победе мусульман в битве при Бадре достигло Медины. Услышав эту новость, Кааб сказал, что эта новость показалась ему ложной, потому что Мухаммад не мог одержать победу над такой большой армией курайшитов. Когда эта новость получила свое подтверждение, он немедленно подготовился к путешествию и отправился в Мекку. Силой своей убедительной речи и своего поэтического дара он воспламенил огонь, разгоравшийся в сердцах курайшитов. Он создал в их сердцах чувство мести и вражды с неутолимой жаждой мусульманской крови. Затем, когда в результате его подстрекательств их переполняли сильные эмоции, Кааб завел их во внутренний двор Каабы и, вручив им покрывало Каабы, заставил их принести клятву о том, что они не успокоятся, пока ислам и основатель ислама не будут стерты с лица земли. Создав эту огненную атмосферу в Мекке, этот злой человек обратился к другим племенам Аравии. Он ходил от племени к племени, подстрекая людей против мусульман. Затем он вернулся в Медину и своими провокационными куплетами в грязной и непристойной манере стал оскорблять мусульманских женщин. При этом в своих скабрезных куплетах он не пощадил даже женщин из дома посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Эти куплеты широко распространились по всей стране. В итоге он организовал заговор с целью убийства посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывай с ним. Под видом праздника он пригласил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в свой дом и вместе с несколькими иудейскими юношами решил убить его. Однако, по Божьей милости, об этом стало известно заранее, и этот его план не увенчался успехом.
В свете договора, который был заключен между жителями Медины, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, являлся исполнительным главой и главнокомандующим демократического государства Медины. Таким образом, когда положение дел обострилось до такой степени, и обвинения в нарушении договора, мятеже, разжигании войны, использовании грязных ругательств и заговоре с целью убийства посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были доказаны, он вынес Каабу бин Ашрафу за эти действия смертный приговор. Именно поэтому посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, дал указание некоторым из своих сподвижников убить его. Однако, из-за мятежа Кааба, атмосфера Медины в то время была такова, что могла вспыхнуть гражданская война, которая могла привести к массовым убийствам и кровавым расправам. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был готов предложить любую возможную и разумную жертву, чтобы предотвратить большое насилие и кровопролитие. И поэтому он дал указание, что Кааб не должен быть казнен публично. Скорее, несколько человек должны найти такую возможность, чтобы без лишнего шума положить этому конец. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возложил эту обязанность на верного сподвижника Мухаммад бин Маслама и подчеркнул, что любая стратегия для реализации этого решения должна была разработана и исполнена при участии Саада бин Муаза, который был главой племени Аус. Таким образом, по совету Саада бин Муаза, Мухаммад бин Маслама взял с собой Абу Наиля и еще двоих или троих сподвижников, и они добрались до дома Кааба. О том, каким образом этот приговор был приведен в исполнение, я уже подробно рассказывал. Ночью он вышел к ним, и они убили его в кромешной темноте. Когда стало известно об убийстве Кааба, шум пронесся по всему городу. Иудеи были в ярости. На следующий день утром делегация иудеев предстала перед посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Они пожаловались ему на то, что их лидера Кааба бин Ашрафа убили таким образом. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, выслушал их и сказал: «Знаете ли вы о тех преступлениях, в которых виновен Кааб?» Затем посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, кратко напомнил им обо всех злодеяниях, в которых был виновен Кааб. Это нарушение договора, разжигание войны, мятеж, использование грязных ругательств и заговор с целью убийства и так далее. После этого эти люди испугались и не сказали больше ни слова. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «По крайней мере, здесь вам будет хорошо жить в мире и гармонии и не сеять семена вражды, насилия и беспорядка». Таким образом, в согласии иудеев был подготовлен новый договор, и иудеи в очередной раз пообещали жить с мусульманами в мире и согласии и воздерживаться от насилия и беспорядков. Выслушав их, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, не сказал, что мусульмане убили его. Он не сказал им, в чем была его вина, в результате которой он был быть убит. И после этого иудеи согласились с тем, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, был прав. Поэтому они и заключили новый договор, чтобы подобное не повторилось и чтобы была установлена мирная атмосфера. Чтобы иудеи не стали мстить мусульманам и чтобы мусульмане не стали мстить иудеям. Если бы иудеи поняли, что он был убит безо всякой вины, то они не смолчали бы и потребовали бы выкупа.
Однако они не потребовали выкупа и промолчали. Это значит, что этот смертный приговор был законным. Разожженная им смута была хуже убийства, и поэтому это наказание было правильным. Он был наказан по закону того времени, и поведение иудеев показывает, что он был наказан правильно. После этого не остается никакого повода для критики со стороны иудеев. Если бы это было сделано незаконно, то иудеи обязательно подняли бы этот вопрос и спросили бы о том, почему он был наказан. Это был законный смертный приговор, который был вынесен посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе с вождем племени, хазратом Саадом бин Муазом. Племя Бану Назир намеревалось убить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сбросив на его голову тяжелый камень с крыши дома. Однако Всевышний Аллах посредством откровения заранее сообщил ему об этом. После получения вести от Бога, он сразу же вернулся к себе домой. В месяце Рабиуль-Авваль в 4 году по хиджре мусульмане 15 дней осаждали крепость племени Бану-Назир, и после этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выслал их в сторону Хайбара, и когда мусульмане получили трофеи, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позвал хазрата Саада бин Кайса и сказал ему: «Позови свой народ». Хазрат Сабит бин Кайс ответил: «О пророк Аллаха, вы имеете в виду племя Хазрач?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет, всех ансаров». Хазрат Сабит бин Кайс позвал всех ансаров из племени Аус и Хазрач. После восхваления Всевышнего Аллаха, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, упомянул благодеяния ансаров, которые они оказали мухаджирам, то есть ту добродетельность, которую они проявили к ним, дав им места в своих домах и отдавая им предпочтение перед собой. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если вам понравится, то эти трофеи, которые мы получили от Бани Назир, я раздам поровну между вами и мухаджирами, и в этом случае мухаджиры также будут иметь все те права, которые они имеют сейчас. Или я отдам все это имущество мухаджирам, и в этом случае они станут жить отдельно от вас, и у вас не будет возможности проявлять той добродетели, которую вы проявляете сейчас». На это хазрат Саад бин Убада и хазрат Саад бин Муаз сказали: «О пророк Аллаха, отдайте это имущество мухаджирам. Мы хотим, чтобы они продолжали жить в наших домах, так же, как они живут сейчас. Нам не нужно это имущество». И все ансары громкими голосами сказали: «Мы согласны с этим и проявляем смирение». После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, помолился за ансаров и сказал: «О Аллах, окажи милосердие ансарам и их потомкам». После этого он раздал все трофеи среди мухаджиров. Из ансаров их получили двое нуждающихся. Это были Сахал бин Ханиф и Абу Даджана. Он передал хазрату Сааду бин Муазу меч иудеи по имени Абу Хакик. Этот меч был очень известен среди иудеев. Когда против хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах, были выдвинуты ложные обвинения, хазрат Айша и ее семья пережила большую печаль и трудности. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рассказал об этом своим сподвижникам. Услышав его рассказ, хазрат Саад бин Муаз сразу же выразил свою преданность по отношению к нему. Хазрат Абитаванный реформатор очень подробно рассказывал об этом. И я тоже говорил об этом в своем повествовании о хазрате Мусти. Однако здесь я расскажу о событиях, которые были связаны с хазратом Саадом бин Муазом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел из дома и, собрав своих сподвижников, изрек: «Найдется ли среди вас тот, кто убережет меня от того, кто причинил мне боль?
он имел в виду Абдуллу бин Убай бин Салюля. Тут со своего места встал Хазрат Саад бин Муаз, который был главой племени Аус. Он сказал: «Если этот человек из нас, мы готовы убить его. Или даже если он не из нашего племени, мы все равно готовы убить его. Во время битвы Урва Абу Суфьян послал вождя племени Бану Назир к Каабу бин Асваду, вождю племени Бану Курайза. Он сказал ему, чтобы тот разорвал свой договор с мусульманами. Однако он не согласился. Он согласился только тогда, когда они пообещали ему за это крупную сумму денег. Об этом в своей книге Сират Хатама Набин Мирза Башир Ахмад написал. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал о нарушении договора со стороны племени Бану Курайза, он отправил на разведку Зубейра бин Авамма. Он также отправил Саада бин Муаза и Саада бин Абаду, вождей племен Аус и Хазрач, вместе с еще несколькими мусульманами в качестве своих делегатов. Он сказал им: «Если у вас будет плохая весть для меня, сообщите мне об этом наедине, чтобы она не стала причиной беспокойства среди людей». Когда эта делегация встретилась с Каабом бин Асвадом, он поступил с ними очень грубо и высокомерно. Когда Саад бин Муаз напомнил ему о договоре, он сказал, что у них не было и нет никаких договоров с мусульманами. Когда делегация вернулась обратно, Саад бин Муаз наедине сообщил об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В то время Медина находилась в осаде, и мусульмане несли большие потери из-за невыполнения этого договора племенем Бану Курайза. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ничего не предпринимал в отношении этого племени. Только после окончания войны Всевышний Аллах повелел ему наказать их, и поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, послал свое войско к крепости племени Бану Курайза. Он наказал им совершить там намазы Зухр и Аср. Существуют подробности этих событий, в которых Хазрат Саад бин Муаз сыграл главную роль. Иншаллах, в будущем я расскажу об этом. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.